Дело все в том, что большинство своей жизни я отдал труду, росту бизнеса, и мне стыдно признаться, что я полностью забыл о своем здоровье. Я запустил свое сердце, я запустил диабет, я запустил высокое давление. Когда я ушел на пенсию, у меня был момент, когда мне нужно было обратиться к моему heart doctor, и мне вставили 3 пружины в сердце. Постоянный был разговор о том, что ты должен сесть на диету. Ты должен сесть на диету, давление, диабет, у тебя второго типа диабет и так далее, и так далее. И так оно продолжалось, и я все слушал. И, естественно, что в моей голове не срабатывала одна маленькая деталь, что как это так, я могу на диете сидеть, потому что я так люблю покушать, выпить и так далее, и так далее. Как любой нормальный человек, будем так говорить. А до того времени, пока, в общем-то, благодаря моей жене, она меня постоянно работала надо мной, сказала: слушай, если ты хочешь жить, и, между прочим, я очень счастлив в своей семейной жизни, у меня 5 внуков, и они все замечательные. Я хочу, честно говоря, сейчас у меня совершенно поменялось мнение по поводу своего будущего. Я хочу видеть, я хочу танцевать на их свадьбе. До этого у меня такого желания не было. Мой отец, он, к сожалению, покинул этот мир в 62 года. Так же, как его отец, точно в таком же возрасте. То есть, мне недавно исполнилось 63, буквально 10 дней тому назад. И я ждал того, чтобы эти 62 уже прошло, чтобы я пошел на 63-й год. Мое мнение очень сильно поменяло тоже ваша участница программы. Это Таня Топчан. Она очень много, это сестра моей жены. Она начала рассказывать небылицы, другими словами. Вот такое происходит, и мы худеем, и мы это. Я говорю: Танечка, этого быть не может. Он, в конце концов, не фокусник. Она говорит: ты знаешь что, не верь мне, а позвони. И я, честно говоря, очень скептически к этому отнесся. Я слушал ее, я улыбался, но в голове у меня творилось что-то страшное. Когда я поговорил с вами, это короткое время, на первом телефонном разговоре, и вы мне сразу послали видео, что-то со мной случилось. Я решил, что давай попробуем. В конце концов, человек замечательно звучит, очень логично. Что я теряю? Я ничего не теряю. Единственное, что может случиться, что я что-то найду. И я вам скажу честно, что все, что вы говорите, и я, опять же, я вам не делаю комплименты, так же, как и вы. Я вам говорю то, что случилось со мной. Для меня мир полностью перевернулся. Это день и ночь, что было до того, как я присоединился к вам, на сегодняшний день. Прежде всего, я себя чувствую как 25-летний мальчишка. Моя жена называет меня теперь электрическим веником. Она говорит: остановись. Я говорю: дорогая моя, у меня столько энергии, что я не знаю, что мне делать. Дай мне что-то делать. Давай я подмету, давай я сделаю это. Кроме того, я потерял 32 паунда с 1 ноября этого года. Я никогда не голодный. Чувство голода у меня исчезло. Если вы помните, а я вам должен опять же сказать про вашу память, у вас шикарная память, вы помните такие детали, и я, когда слушаю вас, я думаю, ну, это просто феноменально. Когда на первом же нашей сессии я вам сказал по поводу своей привычки, что со мной случается в момент ланча, что если я вовремя его не поем, у меня начинают руки трястись, у меня пот выступает и так далее, и так далее. И вы сказали, что все это полная ерунда, это полная зависимость от отравы, которую я употребляю. Вы очень красиво это сказали. Я, может быть, не так сейчас выразился.
Но вы знаете, так оно и случилось. То есть у меня не бывает такого, что мне вот надо поесть. Я кушаю, потому что вы мне дали программу, которой я придерживаюсь, и она работает. То есть, что бы вы ни говорили, я follow you, как говорят, to the T. Okay? И очень счастлив. Значит, что касается сахара. У меня сахар был почти 200. Сейчас у меня сахар нормальный. Между 95 и 104. Давление у меня, я готов улететь в космос, если меня возьмут. Не то, чтобы я хотел, но если возьмут, я с удовольствием полечу. У меня нет ничего абсолютно отрицательного или какого-либо сомнения, что зачем я это сделал, и что-то не работает, а вот вы сказали одно, а со мной происходит другое. Все просто замечательно. Это единственная программа, которая меня сделала опять нормальным человеком, который хочет жить, который хочет ездить, который хочет любить, который хочет создавать. Эта программа дала мне вдохновение, эта программа дала мне большую-большую надежду и возможность на будущее мое проживание на этом свете. Я видел своего бывшего партнера по бизнесу, то же самое. Я вижу со своими друзьями, когда встречаюсь, они говорят, что ты делаешь? Я говорю, это программа доктора Эйдлина. Сами вы этого не сделаете. Это научно обоснованная программа, созданная доктором Эйдлиным. И вы, если хотите быть здоровыми, успешными, счастливыми и красивыми, вы должны к нему позвонить и с ним поговорить, и он вам все объяснит. Но я безумно доволен тем, что я вас нашел, что я к вам присоединился. И это стало моей жизнью, потому что я настолько себя замечательно чувствую, как действительно, вот живу полной жизнью, вдыхаю полной грудью. И для меня это все. Огромнейшее вам спасибо за то, что вы для меня делаете. Безграничное. Это очень тяжело еще что-то сказать, но я надеюсь, вы понимаете, что у меня в душе.